Україна вже використовувала F-16 якості протиповітряної оборони. Це були перші бойові виліти. Про це нас переконують видання The Telegraph з посиланням на представника в повітряних силах. Пане Романе, питання до вас. Ми вчора цілий стрім майже говорили про F-16, про різні аспекти цієї новини. Але от про протиповітряну оборону давайте все-таки поговоримо. Згадаємо технічні характеристики F-16 в контексті протиповітряної оборони. Чим вони ефективні, якщо порівнювати, можливо, із радянською авіацією, і західною? Можливо, згадати технічні характеристики, зокрема, і про радари, і про ті можливі ракети, які могли нам передати разом з F-16. Для виконання задач противовоздушної оборони F-16, ну, це його, як мінімум, половина достоїнств, от іменно в режимі ПВО. Тобто, він і істребитель, і перехватчик. Це, як мінімум, тобто, він може виконувати задачі по перехвату дальних средств поражения, коими являются те же шахеды и ракеты, крылатые ракеты. Баллистические он не может на них воздействовать, крылатые может перехватить. И в качестве истребителя, уже выполняя задачу воздушных боев с истребителями противника или авиации противника, в зависимости от задачи и возможностей. То есть это как раз режим противовоздушной обороны. Для этого у F-16 есть довольно-таки серьезный спектр вооружения, несколько десятков есть номенклатур вооружений, которые он может нести по разным позициям. То есть десятки — это как минимум то, что на данный момент мы можем предположить, чем мог бы работать F-16 в нашем небе из той информации, которая есть в свободном доступе. Это как минимум две ракеты и пушка. Самолет оснащен хорошей пушкой, 20-миллиметровой шестистволка с толковым почти полутысячным боезапасом боеприпасов. И, в принципе, он может как минимум за один боевой вылет, ну, уверенно уничтожить как минимум 10 беспилотников, 10 шахедов, тех же, либо ракет, если получится такая возможность. По ракетам, конечно, он просто все их десяток вряд ли догонит, а вот за шахедами может погоняться за счет разницы в скорости. Это по поводу пушки. Это самый дешевый, так сказать, механизм уничтожения тех же шахедов или обманок, которыми сейчас россияне пытаются на наше небо запустить. Мы их тоже перехватываем. Есть две ракеты, которые, ну, по крайней мере, в информационном поле есть информация о доступе свободном, о том, что нам их передали. Ракета М-120 — это в основном ракета, которая используется против либо истребителей противника или воздушных целей типа любого, в принципе, самолета, либо ракеты, той же крылатой ракеты. Вот по ХАСТу первым, по калибрам F-16 очень удачно может отработать АМ-120. Дальность у нее около 100 километров, плюс-минус 20 в зависимости от номенклатуры. Ну, это стандартная так называемая ракета. Есть чуть больше, там М120Д, дальность 150-180. Но вряд ли мы ее получим. Для этого надо более новые модификации F-16 от блока 50-52. А то, что у нас есть, вот может работать с такой дальностью 100, плюс-минус 20 километров. Причем эта ракета, если будет использоваться в воздушном пространстве России, может уничтожать российские крылатые ракеты над российской территорией. То есть мы можем сбивать Х-101, Х-555, запущенные, допустим, теми же Ту-95, над российской территорией, они будут падать над Белгородской, Курской и Брянской областями. Это так тот механизм, который использовался в свое время при защите Израиля от иранских ракет коалиционными силами, то есть и Франции, и Америкой, и Великобритании, ну, естественно, Израилем в том числе. Ракеты, большинство из этих сотен ракет, которые шли на Израиль, попадали на Иорданию, Сирию и Ирак. А до Израиля дошли несколько всего лишь ракет, которые там попытались выполнить боевую задачу. И ракета АМ-9. Это ракета, которая тоже у нас есть, АМ-120, мы используем ее в НАСАМСе, ну, естественно, в F-16. И ракета АМ-9, которая используется с наземных пусковых установок, у нас есть гибридные пусковые установки. Вот это ракета АМ-9 на дальностях в исполнении, допустим, того же F-16, в зависимости от модификации, в районе 15-20 километров может работать устойчиво с инфракрасной головкой самонаведения, которая
Ну, видит точно тот тепловой след, который дает шахед, по крайней мере, двигатель внутреннего сгорания с шахеда. То есть против шахеда довольно-таки неплохая ракета. Ну, а сам по себе F-16 имеет на борту системы наведения, которые видят ночью и в том числе в инфракрасном диапазоне. То есть, по большому счету, самолет оборудован полностью системой, которая может видеть в том числе и тихоходные, малоскоростные, маломаневренные, низколетящие цели. И опять же, этот прицел видит неплохо на фоне Земли. То есть там стоят хорошие фильтра от помех от Земли. Потому эти машины, конечно, очень хорошо себя показали, еще покажут. Все будет зависеть от количества этих машин, от количества самолета-вылетов, которые будут организованы воздушными силами, и, естественно, от количества средств поражения, которые нам наши партнеры могут передать. Пане Романе, ми дійсно з вами вже впродовж року, навіть більше, говоримо про F-16 і вже обговорили все можливе і про пілотів, і про ракети, і про кількість, і про завдання, і про захист аеродромів, про все на світі. З'явилася реакція від міністра оборони Великої Британії Грант Шапса. Він сказав, що американські винищувачі F-16, що прибувають в Україну, ознаменують собою переломний момент у боротьбі з Путіним і його літаками Су-35. Отут хотілося б уявити повітряний бій F-16 і Су-35. Якими будуть переваги F-16 у бою проти російського Су-35? Можливо, якісь є переваги навпаки і у російського винищувача Су-35? Ну, в воздушном бою F-16 Су-35, в контактном, по крайней мере, бою, в ближнем бою F-16 проиграет Су-35. Поэтому самолет на голову выше тактика технических данных Су-35 над F-16. Потому нельзя допускать контактного боя, то есть на ближних дистанциях. Это, в принципе, невозможно. Почему? Потому что и аппаратура обнаружения и наведения у F-16, она в районе 100-150 км работает. Ну и Су-35 работает примерно в такой же диапазонах. Плюс по некоторым видам вооружения он может до 300 км работать, особенно ракетами R-27M. Потому просто не произойдет этого контактного боя. То есть будут отстреляны ракеты до того, как, в принципе, самолеты могут сойтись. Ну и системы противовоздушной обороны ни одной, ни другой стороны не дадут этой возможности. То есть подойти к Су-35-му F-16 не сможет. И Су-35 подойти к F-16 тоже не сможет за счет еще и работы зенитно-ракетных комплексов наземных, которые будут прикрывать истребители. Но так это все работает. Поэтому нельзя в этом смысле сравнивать ТТД, так сказать, самого F-16 и Су-35. Еще раз повторюсь, Су-35 в этом смысле выигрывает. По некоторым позициям F-16 проигрывает даже МиГ-29 по тактико-техническим данным, по выполнению пилотажа и некоторых маневров как таковых. Но сейчас война идет не ТТД самолетов. Война идет ТТД авионики, которые есть на самолетах, и ракет, то есть средств поражения, которые самолеты применяют. Плюс все системы ПВО, которые задействованы при выполнении боевой задачи. Вот F-16, он встроенный в общую систему противовоздушной обороны даже при выполнении определенных наступательных операций. Его будут однозначно поддерживать с земли зенитно-ракетные комплексы, иначе он просто не полетит выполнять боевую задачу. Лучше это, чтобы были Patriot или SAMP-T, которые связаны могут с F-16. Через Lynx-16 есть такая система оперативной связи, оперативно-тактической связи. И видит и пилот F-16, и оператор зенитно-ракетного комплекса вместе видят одну и ту же обстановку, принимают решения иногда в автоматическом режиме в работе противодействия противнику. Плюс нам передали как минимум два летающих радара, так называемых, то есть это ДРЛО, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, шведы передали. То есть вот эта триада средства даст возможность, так сказать, с любым там самолетом Су-35 побороться как минимум на равных, а то и по некоторым позициям, особенно по позициям зенитно-ракетных комплексов,
преобладать в воздухе. То есть завоевание превосходства в воздухе как раз может быть проведено только при использовании вот этой триады противовоздушной обороны.